Стрельба, пожар, захват заложников. Тактика специальное учение силовых структур больше напоминали остросюжетный боевик. В качестве места проведения был выбран Димитровградский научно-исследовательский институт атомных реакторов. Силовые структуры должны быть готовы к любой внештатной ситуации, которая может возникнуть на стратегически важном объекте. Для участия в нем привлекали силы и средства УФСБ, УМВД, УФСИН, ГУ МЧС России по Ульяновской области, территориального гарнизона, управления Росгвардии, ЦСИ ФСО России Ульяновской области, Ульяновский территориальный центр медицины катастроф, а также персонал ГНЦ НИАР. В масштабных учениях приняли участие 900 человек и более 60 единиц техники. По легенде, террористы напали на поезд, вывозивший с территории НИАРа ядерные материалы. Поднятый по тревоге караул дал отпор, и нападавшие отступили к железнодорожным мастерским, захватив с собой заложников. Освобожденный заложник оставил записку требований террористов. В случае невыполнения требований заложники будут расстреляны. Информация о преступлении в срочном порядке была доведена до оперативного штаба. Решение незамедлительное. Готовится к контртеррористической операции. Террористы с заложниками, 5 заложников в настоящее время, 3 террориста находятся в железнодорожном цеху. По нашей информации, у них может находиться 5 автоматов и боекомплект где-то в среднем 180 патронов. После неудавшихся переговоров террористы условно убили заложника. Поступает распоряжение о проведении боевой операции, которая завершилась спасением заложников. По оценке руководства оперативного штаба, основные цели и задачи учения были достигнуты. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.